Снова привет, дорогие зрители. Я продолжаю прохождение игры Котика. Вы меня за вчерашний конкурс извините. Ну, не вчерашний, а когда я в прошлый раз выкладывал прохождение Котики. Я тогда с бандиками забыл настроить. И получилось, игровой звук записался, а с микрофона нет. Что ты здесь делаешь? Я охотник. Добываю шкуры и клыки, теми живу. За них хорошо платят? Да, можно неплохо зарабатывать, если знать, как разделывать добычу. Я хочу научиться разделывать добычу. Я хочу научиться правильно разделывать добычу. А чему ты хочешь научиться? Так, ну тут тоже самое и цена та же. Я тут хотел обучиться подкрадыванию, но оказалось, там надо больше ловкости. Поэтому сейчас возвращаемся в старый лагерь к Диего, чтобы он нас ловкости обучил. Потом вернемся к Каладорну, прокачаем ловкость. И можно будет отправляться в шахту. Ой, я хотел сказать, к Каладорну вернемся, когда... подкрадывание. Вот. Что я хотел отношение к этому делу. О, вот и он. Я думал, это уже забыли. Здесь никому не сказать. Каждый может. Бла-бла-бла. Ловкость плюс отношение к этому делу. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Чужие проблемы не мое дело. Блин, надо было сразу пять жать. Это же не мое дело. Все время одно и то же. Не думаю, что здесь можно. Твои навыки. До встречи! 20 очков ловкости. А, я не ловкость, конечно, лечима. Я давно это знал. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Давай так же смелее. Верь всему, что говорят. Что сразу... Ладно, только у меня сейчас только... А, что я вообще говорю? Хотел сказать, что у меня сейчас очков обучения на ловкость не хватит. На подкрадывание. На ловкость-то хватило, а вот на подкрадывание нет. Оговорился я тут немножечко, меня простите. Давайте-ка заодно этого Клаурна отоспимся, а то что-то у меня жизни мало. Жрачка кончается. Сейчас при первом же звере.
этом закончить. Ладно, но я и эту запись тоже вот так совершу, когда доберусь до шахты. Давайте посмотрим туда, где Бог ходил. Может, что интересное найдем? Нет? Ничего нету. Ладно. Где я? Фонарь мне надо вон туда. Сейчас главное не сплести. Опа! Гоблины. Сохранимся. Thank you.
исключение. 13 мне не хватает. Сохранился. Ой, хорошо, хоть перед шершнями сохранился, а то начал бы играть непонятно откуда. В общем, сохраняться надо почаще. Без лишних слов. Кусака. Сейчас покажу, как кусаться. Ты ж чего удумал? Кусаться. А я почему промазал? Я должен был ударить прямо по шершню. Что за фигня? Этим гадам, где раки зимуют. Нет, этим не наешься. Во! В самый раз. Ну, сейчас я им покажу. Насекомые. Делать-то, а? Я, кстати, сам, когда эту игру проходил, я вот так вот и сидел по несколько часов. Ну, не часов, конечно, это я образно. Просто я вот над такими тварями иногда долго сидел. Часто они меня больно убивали. И опять загружал, и опять шел в драку.
никогда прохождение не закончу. А время-то подгоняет. Не, я не имею в виду, что у меня бодикам без... не Поэтому нормально уже записать не получится. Поэтому нечего меня тут доставать, огучивать в комментариях, мол, где готика, где прохождение. Чтоб снимать, мне надо такой момент подловить, когда дома нет никого. А это, знаете ли, это никого... А, ну и фиг, короче, с ними, с этими шершнями. Идемте в шахту. С шершнями разберемся в следующий раз. Здесь пошли только для того, чтобы тех попрошаек обойти стороной. Вот, падальщики. Нет, ребята, не в этот раз. Вот, а он там как-то крысы будет. Вот, вот это уже легкая добыча. Взял ты и закрыл меня. А я тут что, опять с шершнями? Ё-моё! От того, что я слишком самоуверенный, я забываю сохраняться. Считаю, что все получится. И в результате, не сохранившись, приходится с долгих моментов начать. Нет, все. Все, теперь я сохраняюсь чаще. Вот сейчас прямо перед падальщиками сохранюсь. За урок. Почаще сохраняться. Это надо игру по нескольку раз пройти, и надо супер-пупер-геймером быть. Но я-то не такой. Я, блин, еще что-то игры снимать. Долгое время пытался ОБС настроить. Когда вы помните, наверное, когда мы плачем, как меня лагало. Ой, пещера. Так, вот тут надо обязательно сохраниться. А то сейчас неизвестно, какие сюрпризы меня там могут поджидать. Что за сюрприз? Это гоблины. Уже прости, а черные. Я вообще ничего не сношу, зато они мне много сносят урона. Не-не-не-не-не-не-не, больше не суюсь туда. Мне там делать нечего.
вообще нечего. Мне вон туда надо, в шахту. О, вон и она как раз. Разберемся только вот с этим. Опасные твари под названием ползуны. С ними я фиг расправлюсь. Но в шахте там еще один очень классный лук лежит в одной из пещер. В одной из пещер ползунов. Я, в общем, их оттуда всех выманил. За меня их другие люди поубивают, а я соберу этот лук. Казалось, что эта проблема давно уже решена. Интересно, а в этом что-то есть? Как можно не понимать это? Кстати, а в другой игре от создателей Готики, Rise, там уже надо иметь специальный навык для того, чтобы добывать руду. Вот она, шахта. Ладно, проходить мы ее будем в следующий раз. На этом мое прохождение завершается. Это, и если кто-нибудь забыл, я напомню. Ссылку на скачивание игры Готика ищите в описании под первой частью ее прохождения. До свидания.